Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это игра War Robots. Давайте скинем с Валурина и вентовые монеты, чтобы забрал гарантированного змея Муромца. Вот моя часть. Поддержите Ребзя. Спасибо, Марк, спасибо. А почему пиксоники делают роботов в виде роботов, блядь? Деньги. Деньги. Поддерживаю. Обалдеть. Мод Артур поддержал, все. Тут не отмажешься. 10 евро это 900 рублей, ребят. Тут не отмажешься, все, тут уже пропали. Сейчас будем открывать. Это жопа какая-то, это вообще... Игра 9 плюс. 1111 рублей, это стопудово друг Митя. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Привет, братуха. Удачного стрима. Заскочил на минутку. Может, позже присоединюсь. С Мурфиком и чатику привет. Артурику отдельный. Артурику отдельный? Спасибо, Митя. Блин, Артур, Марк, спасибо большое. Митя вообще, блин, мужик пипец. Уже, не знаю, года 3 или 4 со мной. Просто реально года 3 или 4. Серьезно, блин, это круто. Спасибо, Митяй, здоровья тебе, твоим близким, так же, как и Артур, да. Все вы будете жить до 100 лет. А, вот она. Блин, это просто чума, ребят. Золотая, вы понимаете? Золотая. Сейчас, бах, бронзовая. Подстав. Но по цвету-то она была золотая. Согласитесь, золото же, правильно? Обалдеть. Ну что ж, особая поставка, блядь, 6300, пипец, ребята. Покраска на козла. А, хрен там. Ну а у нас, ребята, был какой-то супер-пупер робот Титан, не успел взглянуть. Справа был в третьей ячейке, сейчас, конечно же, с вами берем и голосуем. Все зависит от моих подписчиков, какую карточку открывать. Ты, если ленивый лежишь, у себя телефон там держишь между ног где-то, возьми, чат открой и проголосуй. Итак, Муромец пока не нужен, булава или токсин. В общем, заворачиваем, завершаем опрос, прошло 3 минуты. Пипец, самых долгожданных 3 минуты прошло, Муромец пока не нужен. Муромец пока не нужен, говорит. Мы так его можем вообще просрать, Муромца. 42% за вторую ячейку. Змей Муромец! Ребят, Змей Муромец! Все, ребята, получили Змея Муромца и расходимся, все, уходим. Вообще, на самом деле, надо было не Змей Муромец назвать, а Змей Горыныч. Покраска! Ну, покраска, думаю, голосовать не будем. Ба-бам! Ошиблись. Токсическое орудие, еще 2500 деталей, ну так, кое себе. Но если 4 раза так выпадет, то будет пушка. Опять покраска, опять токсик, то же самое выпало. И опять токсин. Чё за фигня, прям идентично упало. Это прям, ну в следующий раз мы будем умнее, на центр нажмем. Но я думаю, нас опять наебут прям. Стопудово. Ну вот, да, ревенант, 2000 деталей. Ну в коллекцию типа его как бы. Особый приз через один сундук. Открываем еще. Ну, сейчас пока. Видите, деталей много сыпет. Я говорю, надо в бой ходить. Разбавлять маленько. А то 2500 бана. Все, давайте в бой сходим. Особый приз в следующем сундуке. Сейчас в бой пойдем. 200 злотых. И матрешка показывает нам, что внутри под одеждой. Давай, матрешка. Сделай красиво. Еще один. Змей-мурмец. Ревенант и пушка. В общем, все три пупувки. Ну, давайте в погоне за ревенантом. Голосуем, ребятухи, голосуем, куда же без этого? Вы у меня сегодня такие прям орлы. Ждем ответа голосования. Итак, 36% проголосовало за первую ячейку. Сегодня открываем первую ячейку. Пушка Крайт, ревенант был во второй. Ну что ж, здорово. Особый приз через один сундук. Открываем еще один сундучок. Ну, пушка Крайт, в принципе. И здесь... Две пушки и 5000 деталей. Ну, я правую возьму. Пушка Токсин целая. Целая пушка Токсин. О-хо-хо. Особый приз в следующем сундуке. И мы приближаемся ко второму Змею Горынычу, ребята. 52-48. Все, считаю до 5 и заканчиваю. Раз, до 5. Раз, два, три, 4, 5. Все, заканчиваю. Закончил. Все, смотрим результаты. Какие у нас будут результаты. Наконец-то, все. Все, вторая карточка победила, 52%. У-ху!
Да, я с спецом поменял номера местами, согласен. Да, пиздюк. Кто хотел за цифру 1, нажал на цифру 2. Что, вторая карточка победила. Все, открываем. Пушка, змей, булава. Ну, нормально, нормально. Ребят, согласитесь, да? И еще маленечко пооткрываем сундучки. Ой, матрешки. Покраска на ревенанта. Вот сейчас я умный, сейчас я ученый. Вот она здесь, блядь. Промахнулся. Да-да, парни, видите, комплект придет. Говорил, комплект придет. Еще один сундучок откроем, особый приз через 3 будет. Весело, что так, что так, блин, я не понимаю. Вот здесь. Пипец, ну это просто пипиздец. Там еще один третий змей. Ребят, вот понимаете, я 100 раз говорил. Разработчикам, они не на ту лошадь ставят, понимаете? Они не на тех блогеров ставят, не тем блогерам дают ресурсы. Я вам серьезно говорю, самый лучший это я, самый шоумен и обалденный парень. Ну и что матом ругаюсь? Ну все матом ругаются. Смотри, что было дальше в передаче, там вообще матом ругаются. Там звезды приходят, вон Влад Костюшкин был, там столько матом. Его гомосеком назвали раз в 50, ёбан, за 300 тысяч рублей. Я бы за 300 тысяч рублей тоже куда-нибудь сходил бы, гомосеком бы. Ты гомосек, братуха, да, без базара, давай 300 тысяч рублей, все, я пошел. С меня-то как с гуся вода, ну 300 тысяч рублей, можно на море съездить, понимаете? Еще раз, с семьей купить билеты и на море. Геленджик. Я хочу Геленджик, люблю Геленджик. Ура, 2 булавы теперь, комплект. У-ху! Змей не нужен, пушка хорошая была. Голосование заканчиваем, я результаты не смотрел. Главное, чтобы не было Змея Горыныча. Ну зачем нам 2? Хотя 2 Змея Горыныча это нормально, хорошо. Один в бою, друг, ну вообще им не скучно будет. 1, карточка 1, 42%. Все, открываем карточку 1, страйкер. И баба была, баба нам не нужна. Страйкер, пушка, страйкер, это походу снайперская пушка. Количество урона 17 тысяч, она не качанная. Дальность 800 метров. Кстати, разрабы собираются какого-то еще одного там титана выводить. Ну, давайте еще раз откроем карточку, эту карточку, блядь. Матрешку, матрешка, раздевается так нежненько. И покраска, гребаная покраска на ревенанта. Тут искал, вот здесь не искал и не нашел. Блядь, была там же. Это жопа какая вообще. Ну и еще одна матрешка. Открываем матрешечку. Ёп твою, блядь, 3 пушки подряд. Что сегодня за день такой? Итак, вторая ячейка, 46%. 46% вторая карточка. Страйкер! Блять, еще один страйкер! Блять, их теперь 2 страйкера. Особый приз в следующем сундуке. Ребята, конечно, надо идти в бой, надо фармить серебро и... 1111 рублей это стопудово друг Митя. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Братуха, ты самый ПЗ, датайблогер ПВР. Пиксоники много потеряли. Спасибо, Митя. Конечно, потеряли, конечно. Спасибо, Митя, приятно слышать. Пухи надо качать, но, к сожалению, платины всего 2000, надо 20 тысяч, и, блин, нету платины. Открываем матрешечку, ну что ж ты нам сегодня покажешь, что ты выдашь? Золотая моя, опа-на! Пушка правая не нужна, Илья, этот, Змей Горыныч не нужен, и пушка слева, ну что ж, пушка... Ищем красную пушку, я не помню, как она называется. Пушку, так, подключаем ведунь своих этих, как их называется, этих колдунь, битву экстрасенсов, 5-ю серию или как там. Цикада, откуда столько всего? Цикада, я в шоке, я сам не знаю, я проснулся, открываю глаза, нифига себе, тут вот это все тут, обалдеть, думаю, нифига, столько много, вот как так много, говорю, обалдеть, ну серьезно, в таком шоке вообще. Купил, наверное, сегодня хорошая акция была. Да, Madden Израиль, мои подписчики, Марк сгоношил людей, задонатил 3 доллара, Артур задонатил 10 евро, в совокупности собрали и купили за 900 рублей. 6 тысяч золотых, это просто огонек, я не знаю, кто ее не купил, я думаю, ее купили все, у кого есть деньги. Вот, так что спасибо ребятам за шоу. Голосование победило и первая яйцеклетка. Клетка. Да, победила первая клетка, открываем. Блять. Второй змей-муромец. И сейчас выпадает третий змей-муромец. 3 змея-муромца, куда, блядь, столько? Это еще ерунда, у нас 3000 золотых монет, блядь. У нас тут целая рота змеев будет, Горынычу ходить. Ой, мама, не горюй, мам, не горюй. Открываем матрешку. И тут пушка и покраска. Ну, покраска была тут, теперь тут. А тут!
Фу, блядь, промахнулся. Зря ты по краске гоняешь. А нахрена нам не надо, спрашивается. Ну что ж, особый приз в следующем сундуке. Мы сейчас идем в бой. Да, солить. Блин, это просто жопа. Деньги, деньги, деньги. Нет, серьезно, я был... Хорошие призы, мужик. HTTPS двоеточие слэш слэш яута точка бы слэш x8h7-1o. Спасибо, нанейм. Господа, открываем матрешку за 200 и смотрим, чем она порадует матрешка. Шаранга! Шаранга, пушка и четвертый Змей Горыныч. 1111 рублей, это стопудово друг Митя. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Успеем еще песенку послушать? Да, Митя, без проблем. Песенку послушаем и не раз. Опрос завершен. Кто голосовал? Так, за что? Кто победил? Смотрим окончание голосования. 39% за вторую карточку. Шаранга, твою шаранга, мама, не говори, блядь, шаранга! Соседи проснутся, блядь, шаранга! Шаранга, блядь, шаранга выпала, сука, блядь! Шаранга выпала, шаранга! Вау, шаранга выпала, блядь! Смотри, шаранга выпала! Охренеть, блядь, выпала шаранга! Я балдею. Обалдеть, блядь, шаранга выпала. Блядь, шаранга выпала. Открываем еще один матрешка. И выпадает нам... Опять покраска, блядь! Меня бесит эта сраная покраска! Иди сюда ко мне! Не поймать эту покраску. Зато мы при следующем сундуке. Вот это... Сегодня у нас просто, блядь, призы, я обалдею нахрен. В шоке. Где ты, шаранга? Шаранга, у меня в ангаре стоит шаранга, блядь, с двумя хвостами. Шо это провода, блядь, чтоб не закоротило их в разные стороны. Братуха, же суня пальцы, стопудово, для братухи сделали. Каждые 7 секунд. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Привет, кого не видел. Привет, Артур, спасибо. Ну что ж, у нас будет, после этого боя, будет особый приз. А сейчас мы слушаем песни и идем в бой. Спасибо большое, Митя, вы там не обольщайтесь. Я вчера с Пиксами договорился, чтобы братухи сегодня подвалило. Да, серьезно. А можно где-нибудь договориться, чтобы мне как бы, ну... 1111 рублей, это стопудово друг Митя. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Митя, спасибо, спасибо большое. Огромная поддержка, все в семью идет, прям все в семью, ничего себе не покупаю, никуда не откладываем. Вот, спасибо большое. Ну, а кто у нас семья? В основном дети, жрут и, блядь, одни дети, просто на все идет на детей. Так, по поводу пиксоников, есть кто-нибудь у нас в чате, кто может договориться, чтобы квартиру в центре Питера, короче. Вот, ну ладно. Спасибо, Митя, большое. Сейчас песню включим. Маша, я забираю твою подругу. Маша, две Маши. Я забираю твою подругу. Премьера. Премьера. Это уже что-то новенькое. Ну, а мы открываем. Тут голосование проходит. Я сам себя не слышу. Сейчас орать начинаю. Ревенанта хотите? Или как он называется? Ревенант, я не знаю. Тащи толстяка. А мы голосуем. У нас форма правое яйцо, левое яйцо большое, маленькое. Правое маленькое. А вот посередине 58%. Опрос завершаем. Открываем посередине ревенант, ребят. Робот ревенант новый. Нет такого робота у меня. Пушка Бэйн. Ревенант обходит стороной пушка Бэйн. Уже сколько этих пушек? Мама, не горюй. И вот особый приз будет через 4, 4 на 2, это 800. 2 500 минус 800. Открываем, ребята. Матрешка красная сегодня раздает просто загляденье. Ребятухи, это покраска на ревенанта. Да тут я уже не знаю, я посередине тыкну. И попадает пушка Бэйн. Если по деталям все собрать, будет мама, не горюй. Просто дофига будет, дофига, стопудово. Открываем еще одну матрешечку нашу. Родную матрешку и покраска на ревенант. Давайте левую, токсин тоже пойдет, а то Бэйна много. Блин, ну и еще, ребята, открываем матрешечку. Матрешку на тоже ревенант. Покраска на ревенант. И, кстати, 2000 деталей, 5000 деталей на токсина. Пушек накидает. Блин, качать не перекачать. Последний перед особым призом у нас матрешка последняя. Что же получается? Опять покраска на ревенант. Ну это просто чума какая-то. Ну давайте на нее нажмем и токсин. Покраска вообще какая-то шальная. Там что за покраска? 5%. Вы что, гоните что ли? Особый приз в следующем сундуке. Ну что ж, спасибо, Митя. Митя щедрый, дочурка вкусняшки. Так уже капает уже вкусняшек.
48% проголосовало за вторую карточку, и мы открываем «Змей Булава». Разумеется, сейчас мы откроем еще два приза по 200. И матрешка у нас получается покраска «Ревенант». Пойдем по центру. 2500 деталей Бэйна. Блин, я думаю, у людей, которые открывают 20 тысяч золотых монет, у них пригорает в одном месте. У меня уже начинает пригорать. Еще раз покраска, ожидаемо. Опять тоже давайте в центр, не будем мучиться. Она типа осталась на том месте. И особый приз в сундуке. В следующем сундуке, ребята, будет особый приз. Володя, доброй ночи. Отличный стрим. Очень рад за твои призы. Отличные призы, Фенрир. Спасибо, доброй ночи. У нас страйкер сегодня сейчас на барабане. Давайте голосовать за страйкера. 23 голоса. Я понимаю, что все устали. 3 часа идет стрим. 69 человек онлайн. 39% сейчас голосует за третью ячейку. Нужен страйкер. На шарангу. Шарангу мы сейчас не смогли вывести в бой, потому что нас быстро поимели прямо. И при том, мистер Тесла, Ваня, был у нас в противниках. Он это... прямо у нас такие вот так вот. Зачем? Я не понимаю. Володя, ну что ж, завершаем. Нажимаем кнопку «Завершить» и смотрим. 36% за третью ячейку. Наконец-то третья ячейка. Страйкер! Блядь! Страйкер! Ёп! Ребята, 3 страйкера есть. Ну это ребят, ну это просто пипец. Это, ну столько платины, я не знаю, я... Наверное, года 4 или 5 лет надо копить платина. За 200 открываем. Покраска, грёбаная покраска. Блин, это вот специально сделали, чтобы ты вот как в кошки-мышки играешь. Покраска, но она где-то рядом, она где-то была, но ее нет. Ее нет, представляете? Особый приз в следующем сундуке. Ребят, здорово. И у нас останется те же самые 500 жетонов, которые и были. Ну, будет килл или что там? Ну ты, я твою... Застанил, представляете, блядь. 1111 рублей – это стопудово друг Митя. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Супруги на вкусняшку. https://yauta.by/mck9frf284u. Обязательно. Итак, музыкальная пауза от музыки. Вернее, разговорная пауза. Короче, пауза с сундучками от музыки. Особый приз в следующем сундуке у нас за 200. Это, скорее всего, последний приз. Правильно написал Windsurf Foil Life. Одуреть выдурил. Держим пальцы за робота в коллекцию. Я с тобой абсолютно согласен. Дело в том, что все роботы типа пойдут в коллекцию, но на них я все равно поиграю на видео. И буду периодически их, наверное, брать, не знаю. Но, скорее всего, на минусе буду дальше фармить серебро, чтобы качать. Чувак, дело не в том, что они идут в коллекцию, и мы держим пальцы за тех роботов, которых не будет в строю. Дело в том, что приятно получать то, чего нет. Открываем особый приз в следующем сундуке, ребята. Крайт, пушка, все как обычно, но хотелось бы просто ревенанта. Сейчас голосовать не буду, потому что у нас все есть. Откроем справа змей булава. Четвертая пушка змей булава, ребята. Ну и 500 еще у нас остается. Давайте оставим их на следующий, как говорится, видеоролик. Но, к сожалению, такой хозяин. 111 рублей, это наверняка друг Митя. Здоровья тебе, Споки, вселенского Митя. Масштаба. Споки. Спокойной ночи.